И всем привет, с вами Ваня, и сегодня я вам покажу, как серфить в таких вот картах CS 1.6. Наверное, многие из вас уже видели, как многие ютуберы катятся по этим платформам. И в этом видео я вам как раз и объясню, как же по ним катиться. Если у вас с первого раза ничего не получится, не расстраивайтесь. Все это на самом деле, друзья мои, приходит с опытом. Итак, до того, как нам начать обучение по серфингу, я вам советую подготовиться. Для этого заходим в настройки, выбираем вкладку «Мышь» и теперь прибавляем чувствительность мыши до 6. Нажимаем «Применить» и «Окей». Возвращаемся в игру. Все, теперь вам будет более комфортно серфить. Но это еще не все. Есть одна проблема. Как вы видите, мы не можем нормально разогнаться, поэтому нажимаем на тильду. У нас открылась консоль, туда пишем команду, которая будет в описании. SV, подчеркивание, Эрикс или Рейд 999. Нажимаем подтвердить и возвращаемся в игру. Теперь вы должны катиться намного быстрее. Ну что ж, давайте-ка уже приступим к обучению. Для начала никогда не нажимаем на кнопку вперед, то есть W, никогда. Вот что произойдет, если мы нажмем на W. Тогда какую кнопку нам нажимать? Все очень просто, друзья мои. Если у вас наклон находится слева, то нажимаете на А. Ну а если наклон у нас справа, то соответственно нажимаем на D. Но в нашем случае нажимаем на А, так как наклон находится с левой стороны. Ну что ж, давайте попробуем. Ну а здесь то же самое, только нажимаем на D. Ну что ж, кататься мы умеем, но как же нам нормально разогнаться? В принципе, это не так уж и сложно. Сначала катимся с вершины вниз и поднимаемся. Итак, как это будет выглядеть? Ну а здесь то же самое. Окей, кататься и разгоняться мы теперь умеем. Но как же нам перепрыгивать препятствия? Для этого плавно виляем мышь туда, куда нам надо. Давайте-ка повторим все, что мы изучили. Итак, перед вами резкий поворот. В этом случае вам вообще не надо нажимать на клавишу, в какой стороне у вас наклон. Вот что произойдет, если вы нажмете на D. Поэтому вы должны нажимать на противоположную клавишу от стороны наклона. Как вы видите, все не так уж и сложно. Ну а как же нам туда подняться? Все очень просто. Для этого нажимаем на пробел. Ну что ж, как вы видите, мы поднялись. Давайте-ка скатимся отсюда и спустимся в воду с правой стороны. Давайте теперь скатимся с другой стороны и долетим опять-таки же в воду. Теперь скатимся с левой стороны и долетим до следующей платформы. И тут берем разгон, чтобы долететь в воду. Попробуем долететь до платформы, которая находится снизу. Да.
Давайте-ка попробуем отсюда докатиться до воды. А давайте теперь попробуем долететь до платформы, которая находится напротив нас. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр, с вами был Ваня. В принципе, мы разглядели основные трюки серфинга. Если вам понравилось это видео, почему вам не поставить лайк и не подписаться бы на канал? Ну, а с вами был Ваня. Удачи вам в серфинге! И катайтесь сколько угодно. Всем пока-пока!